И всем большой привет, с вами Гантриус, мы продолжаем играть в Kingdom Rush, и сегодня у нас Speed of Fire, Heroic Challenge, да. Погнали, у нас по-прежнему персонаж Hacksaw, да. Итак, давайте начнем. И let's go. Так, наш персонаж немножко покоцан. Не страшно. Отлично, такс. Пусть остановится. Легион опять идет. Легион, это очень плохо, кстати. Да. Их все больше и больше. Ну, это не проблема, в принципе, для нас, я так думаю. Наверное. Нет, большая проблема все-таки. Ну, у них у каждого очень мало хп, кстати. Так что это хорошо. Чем меньше проблем, тем меньше проблем. Угу. Так, пока что прокачиваем вот это именно сторону, потому что... Хотя вот это тоже ничего так. Хотя не, не особо. Не, все нормально. Все нормально. Такс. Давай пока что прокачиваем вот так вот. И здесь ставим мы вот этого. Мага. Да. Для этого. А, у него медиум. Окей. Нехорошо получилось. Ну, к Тесле у него, в принципе, нет иммунитета, так что. Тебе не повезло, братишка. И здесь также ставим. Давайте поставим, я не знаю, давайте поставим вот этих. Чем бы нет. Упс. Нехорошо получилось. Здесь еще поставим. Вот здесь. Чтобы задержали их. Плохо. Что он умер? Очень плохо. Очень-очень-очень-очень плохо. Давайте следующую также вызовем. Почему бы нет? Видите, у каждого легиона меньше и меньше хп. То есть, чем больше их, тем меньше хп. Да. Так, и здесь также поставим еще одну. Теслу. Да, Тесла. На самом деле, Тесла это вообще мощь, это сила, это вообще класс. Да, что-то их очень как-то тупо поставил, на самом деле. Ну, что поделать. Так вот. Так, улучшаем. Не, вообще изятина. Изи. Что это левел? Ну, блин. Просто так юзу. Ну, короче, ульту просто так просрал. Не круто. Отлично. Так, эти опасные челики будут на самом деле. Хотя. Не, они вообще безобидные. Ну, лучше на легионов заюзаем. Надо вот этого легиона. А, не все нормально. Окей. Берем во внимание. Блин, с кем он точно уже облетает их, блин. Че я туплю-то? Так, давайте поставим тогда вот этого, я не знаю. Кажется, плохо то, что вот этот пошел. Так что да. Ладно, продаем, потому что нет смысла в них. Давайте лучше поставим это. Будет отлично всем. Да, второго уровня вполне хватит, потому что, ну, не особо прокачивать надо. И давайте также прокачаем. Магом. Видите, мало хп в регионов. Очень мало. Так, и пошел у нас этот. Окей. Значит, держим. Thank you.
Так, у него хайф на это, окей. Давай льду и заем его. Так, давай, юзай ульту. Он связал ульту не на того. Так, с окей, мы с ним справились уже, да? Угу. Так, остались только вот эти чуваки. Угу. Так, с окей, еще вот эти остались. Вот и все. Нет? Хм. Ладно. Ну ладно, сейчас будет вообще изи. И давай. И все. И все. Изи. Просто изятину. Нет? Хм. Еще не все. Хм. Давай, ну все, уже конец. Давай, 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 давай. Конец. И да. Да, это Victory. Победа чистая. Непроигрышная с первой попытки. Что ж, на этом все. Всем удачи и всем пока.